Открытое первенство округа по карате провели в спортивной школе Уссурийска. На татами сошлись спортсмены не только из Приморского края, но и делегация из Хабаровска приехала помериться силами с местными каратистами. Для уссурийских мальчишек иногородние соперники не составили особой конкуренции. Для меня это разминочные соревнования перед тем, как поехать на всероссийские. Много раз выиграл всероссийские соревнования, был призером. Также у меня второй взрослый разряд. И очень много раз побеждал в уссурийском городском округе. Участники соревновались в двух дисциплинах. Ката, комплекс, основанный на отработке базовой техники, и кумите, спарринги. В бою каратисты развивают чувство времени, дистанции и выбора оптимальной стратегии для решения поставленной задачи. Мне понравилось, я дрался, занял 2 первых места. Мы дрались, счет был одинаково и было очень сложно заработать очки. Если мы говорим про категорию кадеты и юниоры, это 14-15, 16-17, 18-20, то, конечно, для них прежде всего это, как я уже сказал, отборочные соревнования на первенство мира, которое будет вот как раз отбор в Санкт-Петербурге. Ну а для детей 10-11 лет, 12-13, всероссийские соревнования, но прежде всего это опыт соревнований всероссийского уровня, ну и в дальнейшем попадание в сборную команду России. Победители этого отборочного турнира уже отправились в Новосибирск на Всероссийский кубок маршала, который пройдет с 8 по 10 октября. Это одни из самых масштабных сборов. Более 1000 спортсменов из 20 регионов со всей страны сойдутся на татами. От Уссурийска там выступит 24 человека. Владислав Нам, Игорь Антонов, Телемикс.